Мы находимся сейчас на страусиной ферме. Это страус. Черные — это самцы, а вот коричневые — это самки. О, повернулась. Скажи привет. Молчит. Скажи привет. О, жених и невеста. Сейчас Эмма. К Эмме близко не подходи. Хорошо. Сейчас я сниму такую птицу Эмму. Только к ней лучше близко не подходить, потому что эта птица немного агрессивная. Поросенок забежал к Эмму. Вон, видите? Вон. Поросенок. Беги, поросенок. О, вот как раз Эмму бегут. О, привет. Привет, чувак. И ты, и тебе привет. Чешется. Тот куда пошел? Мама, я пойду к поросянтам, пока Эмму. О, быстро через Эмму пробежал, потому что это вообще... Ой, испугались. Ну не бойтесь. Вот сядьте, полисядьте. Вот этот поросенок, который у Эммы. О, сейчас я вам пока... О, боже. Это кабаны. Ой. Привет, чувак. Фу, от них, конечно, воняет. О, сейчас я вам покажу своих любимых овечек. Привет. Привет, малиська. Алёся. Она так громко дышит. И Ози. А, вот тот рыженький — это баран. Правда, хотя ему это спилили рога, чтобы не бодался. Вот это тоже одна овца. Её зовут так. Салли, а это Молли. Салли и Молли. Да. А барана зовут Петро. Петро. Это наш хлопец, украинский. А это овечки... Да. Сейчас да. Тебя поглажу. Ой, какие зубки. Шотландские. Да. Салли и Молли. И да. Баран Петро. Ага. О. О. Видишь? Наконец-то сказали здрасте. И вам здрасте. О, это осёл, который часто... О, ну опять овцы, ну. Угу. Разговаривают. О, вот это кролики. Такие мощные. О, опять. О, блядь. Ой, какие колёсики. Да, мама кричиха. Ой, беленький клёлик. А тебе он Джека напоминает из Кота Грома? Да. Да. Такой же веслоухий. Да. Красивый. И он причем тоже белый. Ой, как, какой носик. Вот и как носик. Вот и битёми. Сейчас. Они любят друг друга. Смотри, как эти носами. Привет, пятачок. Так, кстати, мам, ты помнишь, как эти выдры называются? Просто выдры. Нутрии. А, нутрии. Вот это нутрии. Привет, чувак. О, привет, чуваки. Как жизнь? Не фонтан, да? Они сетку перегрызают. Наверное, есть просто хотятка, только я подошла. Нет, покормили, они сыты. Они сыты. Ага. Ты же не... Вон они там купаются. О, одна уже лезет. Она вот только что... Эти павлины оказались. Да. Боже, тут уже в этом году звери гуляют по всей страусиной ферме. С ними павлины, смотри. Ага. Видишь, павлины, ну, оказывается. О, плесятя, хоть и будет. Павлина с ними. Ага. Павлина. Павлина. Ой, галеточки. Ага, павлин. Угу. А теперь козляток. Вот это мальчик. Да? Мальчик. Ай, какие лёськи. А то девочка. Алёся, ай, какие лёськи. Покажи свою мордочку. Ну покажи же, ну тебе что, жалко. Ай, вот так кушает. Не хочет. Всё. Да, он павлин. Павлин у меня уже. Ой, ну такие хорошие козочки. Они сыты, они уже такие толстенькие. Ой, ну как хвостиками ухают, ну не прелесть, правда? Угу. Прелесть. Всё, выключаем. Да. Вон осёл. Всё, София, выключаем. Да. Ну и вот поросята.